Путь к идеальной фигуре. Здравствуйте, я Лиза Харт, и я знаю путь к идеальной фигуре. С помощью моего нового тренажера мы сможем объединить упражнения на силу и аэробику. Это значит, что за одну только разминку вам удастся сжечь жиры и придать тонус всему телу. Вы можете использовать штангу стандартного веса, которая продается в любом магазине спорттоваров. Главное, чтобы ее было удобно держать, а насадки должны прикрепляться безопасно. Если вы тренируетесь со штангой, как я и Мишель, начните с веса в 3,5 килограмма и постепенно его увеличивайте. Чтобы изменить вес, просто нажмите эту кнопку и снимите гири насадки. Если вы новичок, вы можете снять насадки и использовать только штангу весом 1 килограмм 800 грамм. Но во время разминки и растяжки вы сможете лучше потянуть мышцы, если эти мягкие удобные насадки останутся на штанге. Итак, выбор за вами. Также вместо штанги вы можете использовать гантели, как это делает Тия. Новички могут начать с веса в 1 килограмм или 1,5 и постепенно увеличивать его до 2. Если вы занимаетесь со штангой, то пока положите ее на пол и отойдите подальше. Сегодня вам понадобится много места. Итак, наденьте удобную спортивную обувь, приготовьте питьевую воду и вперед к совершенству. Путь к идеальной фигуре. Разминка. Начнем шагать на месте с правой ноги. Сделаем 3 шага и отведем ногу в сторону. Начали. 1, 2, 3, ногу в сторону. Той же ногой. И так несколько раз. Повторяем за мной. Начали. 1, 2, 3, в сторону. Отходим назад. Идем вперед. Поднимаем руки вверх и тянемся. Опускаем их на бедра. Назад. Теперь шагаем на угол и делаем выпад вперед. Идем на угол. Руки на бедра, выпад. Назад и приседаем. Руки на бедра, хорошо. Снова руки вверх. Возвращаемся назад, приседаем и делаем выпады. Сначала левой ногой, потом правой. Тянемся вверх и вниз. Сейчас мы разогреваем мышцы, разминаем косточки, чтобы быть готовыми к основным упражнениям. Вдох и выдох. Теперь снова будем шагать вперед и отводить ногу в сторону. Глубокий вдох, выдох. В сторону. Назад то же самое. Выполняем все в левую сторону. Еще раз. Теперь шагаем на угол в левую сторону. Приготовьтесь потянуться всем телом вверх. Глубокий вдох. Выпад. Приседаем руки на бедра. Еще раз. И выпады назад. На этот раз начинаем с правой ноги. Готовы? Меняем ногу. Сначала правая. Вверх, вниз. Тянемся. Это упражнение я называю «ходьба на угол». Позднее мы будем выполнять его с тренажером штангой или гантелями, и вы почувствуете нагрузку. Приготовьтесь к ходьбе на угол. Начали. Вверх, выпад. Сделайте хороший выпад. Вверх. Теперь приседаем. Выпады начиная с левой ноги. Хорошо. Еще 2 раза, совсем немного. Шагаем на угол, влево. Тянемся вверх. И выпад. Приседаем. Теперь делаем выпады. Правая, левая. Хорошо. Хорошенько тянемся. И повторим еще раз в каждую сторону. Отлично. Вдох и начали. На угол. И выпад. Тянемся вверх. Выпады назад. Левая нога, потом правая. И тянемся хорошо. Еще 2 раза. И еще раз шагаем на угол. Глубокий вдох. Вверх. Закончив выполнять выпады, Тия сделает приседание, широко расставив ноги, и будет выполнять наклоны вперед. Мы с Мишель возьмем свои штанги и присоединимся к ней. Если вам необходимо, тоже возьмите штангу. Итак, берем тренажер и приседаем. И 2, и вверх, и 2. Опираемся на пятки, потянем позвонки, и еще раз. Глубокий вдох и выдох. Теперь медленно наклоняемся. Обопритесь рукой о бедро, и с помощью штанги тренажера вы сможете хорошо потянуть верхнюю часть спины и грудную клетку. Отлично! Молодцы! Глубокий вдох и выдох. Встаем прямо. Глубокий вдох и выдох. То же самое в другую сторону. Тянемся. Не спешите. Вы должны облокачиваться рукой о бедро. Глубокий вдох и выдох.
Возвращаем штангу в исходное положение. Теперь держим ее двумя руками. Поставим ноги вместе. Сделаем глубокий вдох и выдох. Руки положите на бедра или держитесь за штангу. Садимся. Руки вытягиваем вперед и тянемся. Помните, что если у вас нет штанги, то руки должны быть на бедрах. Глубокий вдох и выдох. Поднимаемся и тянем позвонки. Снова начинаем шагать на месте. Если вы тренируетесь с гантелями, возьмите их и положите руки на бедра. Если у вас есть штанга, поднимите ее. Одна ладонь смотрит на плечо, другая на бедро. Приготовьтесь выполнить комбинацию с ходьбой на угол. Если вы работаете с гантелями, следите за тем, как выполняет упражнение Тия. Готовы? Начали. Медленно выносим штангу вперед и делаем рывок. Отводим назад. Приседаем. Поднимаем штангу вверх. Два выпада. Медленно вверх. Два выпада. Медленно вниз. Теперь выполняем все то же самое в другую сторону. Выносим вперед и рывок. Обратите внимание, что Тия дважды сгибает руки в локте. Отлично. Также наверху Тия соединяет гантели вместе. Готовы повторить это? Начали. Шагаем. И рывок. Сейчас будем тренировать трицепсы. Приседаем, поднимаем. Также работают мышцы живота. Опускаем. Отлично. Теперь шагаем на угол. Делаем последний раз. Я покажу вам очень простое упражнение. Это шаги вперед с притопом. Теперь выпады. Еще раз и оставляем штангу на уровне плеч. Приготовьтесь. Идем вперед и притоп. Руки поднимаем и притоп. То же самое еще два раза. Поднимаем руки. И последний раз. Шагаем назад и приставляем поочередно ноги. Еще два раза. Идем вперед на меня. Руки вверх. Еще два раза и повторяем в другую сторону. Последний раз. И приставные шаги в сторону. Еще два раза. Опускаем и снова поднимаем. Теперь быстрее. Поднимаем. Шагаем вперед. Хорошо. Приставные шаги. И еще. И повторяем все сначала. Медленный рывок. Идем назад. Не сбавляем темп. Продолжаем работать. Приседаем ниже. Тренируем мышцы рук. В другую сторону. Шагаем. Рывок. И отходим назад. Делаем выпады. Чувствуете, как благодаря штанге или гантелям напрягаются ваши мышцы? Идем на меня, вперед, вверх, приставные шаги, двойные шаги, поднимаем штангу, отлично, приставные шаги, теперь внимание, из стороны в сторону, поднимаем штангу, приставные шаги, и я покажу вам новое движение, ноги расставляем в стороны, снова вместе и приседаем, в стороны, приседаем, еще раз, делаем выпады назад. Сначала правая нога, потом левая. Еще два раза. И последний раз, начиная с левой ноги, широко расставляем ноги. Штанга внизу. Напряжение идет на бедра. Выпады назад. Сначала левая нога, потом правая. Вверх. Вверх. Готовы повторить все сначала? Тогда вперед. Начали. Хорошо. Работают мышцы живота. Рывок. Двойные приставные шаги. Приседаем. Ногу отводим дальше. Вверх. Все вместе. Вниз. Не спешите. Хорошенько работаем над мышцами. Вы молодцы. Глубокий вдох. Не задерживайте дыхание. Вниз. Вверх. Хорошо. Приседаем ниже. Вот так. Отлично. Приготовьтесь, мы снова будем шагать. Снизу вверх. Приставные шаги. Двойные шаги. Поднимаем вверх. Снова шагаем вперед. Помните, что делаем дальше? Новое движение. Ноги расходятся в стороны. Держим штангу внизу, приседаем. И еще раз. Приседаем. Выпады назад. Поднимаем вверх. Молодцы. Вверх. И еще два раза. Ноги в стороны. Хорошо. Приседаем. В стороны. Приседаем. Выпады. Сначала левая нога, потом правая. Прекрасно. Теперь поднимаем штангу и опускаем. Четыре. Три.
и выполняем все сначала. Шагаем на угол, рывок, хорошо. Делаем глубокие выпады, вот так. И еще поднимаем штангу. Нога идет дальше. Опускаем. И в другую сторону. Начали. Шагаем на угол. Рывок. Назад. Медленно и глубоко приседаем. Выпады. Вверх. Опираемся на стоящую впереди ногу. Широкий выпад. Хорошо. Идем на меня. Штангу вверх. Отличная позиция. Приставные шаги. Опускаем штангу вниз и поднимаем вверх. Хорошо. Приставные шаги. Готовы? Ноги расходятся в стороны. Приседаем. Локти широко расставлены. Вот так. Выпады сначала правой ногой, потом левой. Вверх. И еще два раза. Начиная с левой ноги, ноги разводим в стороны. Почти закончили. В стороны. Выпады. Левая нога. Правая. Вверх. Широкий выпад. И еще два раза. Затем приставные шаги направо и влево. Хорошо. Отлично. Разучиваем новое движение. Поднимаем гантели или штангу к плечам. Шаг в сторону. Вторая нога слегка позади ведущей, накрест. Приседаем и медленно поднимаем штангу. Начинаем. Медленно вверх. Хорошо. Теперь вниз. Снова к плечам. Продолжаем. Мы работаем над мышцами верхней части спины, над широчайшей мышцей, которая находится рядом с лопатками. Снова к плечам. И еще раз. Медленно поднимаем над головой. Глубоко приседаем. Скоро вы почувствуете, как хорошо работали ваши мышцы вверх. Хорошо. Поднимаем к плечам и приставные шаги из стороны в сторону. Продолжаем. Гантели положите на бедра, а штангу держите за спиной на уровне талии. Ладонями вперед. Далее снова делаем шаг накрест, приседаем и поднимаем ногу, согнув ее в колени. Вот так. Колено смотрит на угол. Приседаем. И еще раз. Теперь мы работаем над внутренней поверхностью бедра. Основная нагрузка на ноги, но мышцы живота также напрягаются. Повторяем еще раз. Сейчас ваши руки отдыхают. Мы используем штангу и гантели, чтобы лучше потренировать мышцы ног. Последний раз. Начинаем медленно поднимать штангу вверх и тянемся всем телом. Начали. Сделаем вдох. К плечам. Чтобы сжечь жиры, вам нужно правильно дышать. Вдох. Дышим глубоко. К плечам. Штангу за спину. Не спешите, очень медленно. Приседаем глубже. Основной упор на опорную ногу. Поднимаем колено. К плечам вверх. Хорошо. Опускаем вниз с усилием. К плечам. Хорошо. Не нужно сильно наклоняться вперед. К плечам. Повторяем шаг накрест. Отлично. Вам незачем торопиться. Держим штангу за спиной. Вот так. Завершаем это движение и выполняем приставные шаги. Продолжаем работать. Ноги вместе. Присядьте ниже. И еще. Прекрасно. Теперь тренируем трицепсы. Ладони смотрят назад. Поднимаем штангу и опускаем полностью, выпрямляя руки. Сейчас мы будем делать шаг накрест, потом выпады назад. Начинаем. Штангу вверх, вниз. Выпрямляемся. Еще выпад. И снова выпрямляем руки. Выдох. Вдох. Последний раз. И еще. И еще. Вверх. Опускаем. Отлично. Чувствуете, как работает задняя часть рук? Продолжаем. Хорошо. Тиа делает еще два раза, а мы выносим штангу вперед. Приставные шаги в одну сторону, в другую. Немного изменим комбинацию. Делаем двойные приставные шаги и четыре шага на месте. Приседаем и снова работаем над трицепсами. Смотрите на меня. Приготовьтесь. Начали. Приставные шаги. Шагаем на месте. Приседаем влево и вправо. Вверх на три четверти. Отлично. Приставные шаги. Медленно поднимаем, медленно опускаем. Справа налево. Повторяем еще раз. Приставные шаги. Вверх. На месте. Вниз.
Вверх на три четверти, приставные шаги. Приседаем вправо, влево. Поднимаем штангу над головой, тянемся вверх. Приседаем ниже, вдох. К плечам, продолжаем. Отлично получается. Штангу к плечам. Заводим ее за спину, а гантели положите на бедра. Ноги вместе и в другую сторону. Помните, что дальше? Работа над трицепсами. Готовы? Руки вниз и вверх. Локти выше. Опускаем вниз, выпрямляя руки. Вверх. Шея расслаблена. Отлично. Тиа продолжает упражнение, а мы выносим штангу вперед. Двойные приставные шаги. Шагаем. Приседаем и штангу вверх. Приставные шаги. Сделайте вдох. Поднимаем. Готовы? Начали. Вверх. Держите штангу ровно. К плечам и вверх. Иногда вам захочется поднимать штангу так же быстро, как двигаются ваши ноги. Не делайте этого. Шаг накрест. Делаем вдох и выдох. Не забывайте об этом. Штангу за спину. Сейчас будем работать над трицепсами. У вас будут красивые руки. Руки вниз. Начали. Вверх. Выпад. Садимся ниже. Опускаем руки вот так. Мы почти закончили. Штангу вперед. Двойные приставные шаги. Шагаем. Вверх на три четверти. Работа над бицепсами. Снова приставные шаги. Шагаем. Садимся. Вниз и вверх. Шагаем на месте. Гантели положите на бедра. Штангу одним концом поставьте на пол. А теперь мы проверим пульс. Это очень легко можно сделать. И если вы правильно дышали, то сейчас вы все еще можете разговаривать, дыша почти ровно. Вы можете снять насадки со штанги и тренироваться без них. Если вам, так будет легче. Шагаем на месте. Продолжаем. Итак, возьмите штангу, костяшки пальцев смотрят на потолок, и положите ее на плечи. С гантелями занимаем похожее положение. Будем делать приседания с наклоном вправо. Начали. Приседаем, наклон и прямо. Приседаем, небольшой наклон. Поднимите руки, теперь вниз, поворот в сторону, прямо, и поднимите ее на уровне своих плеч. И снова поворот, назад, на плечи, приседаем. Небольшой наклон. Держим штангу на плечах. Поднимаем ее вверх. Вниз. Поворот и поднимаем руки. И еще один поворот. И начинаем все сначала. Приседаем. Поворот. Встаем прямо. Шаг. Наклон. И руки вверх. Поворот. Напрягаются мышцы живота вперед к совершенству. Вверх и на плечи. Шаг. Наклон. И снова прямо. Небольшой наклон, тянемся. И штангу перед собой, прямо, в сторону и прямо. Поднимаем, наклон и делаем выпад с правой ноги. Перед собой, поворот, прямо и обратно. Перед собой, осанка прямая и обратно. Держимся прямо, живот втянут. Последний раз. И добавим выпады назад. Плавные и медленные движения, как будто гребем веслом. Молодцы. Исходное положение. И в другую сторону. Поднимаем. Медленно. И еще раз. Приготовьтесь выполнить все с самого начала. Приседаем. Небольшой наклон. И прямо. И еще раз. Наклон. Поднимаем руки и опускаем. Приседаем ниже. Поднимаем. Держим. К плечам. Продолжаем. Сели ниже. Наклон. И прямо. Руки вверх, медленно опускаем и поднимаем. Делаем выпады вперед. Приготовились. Перед собой, поворот, осанка прямая, вперед. Повторяем еще раз. Держимся прямо, делаем вдох. И последний раз. Выпады назад. Глубокий вдох.
Опускаем. Другая нога. Кладем штангу на плечи. Начали. Приседаем. Небольшой наклон. Вперед не наклоняемся. Плечо идет к колену. Вверх, вниз, в сторону. Внимательно следите за движениями. Встали прямо. Приседаем ниже. Наклон. Еще раз. Как можно ниже поднимаем штангу. Теперь повороты. Вниз, ниже, снова прямо. Сейчас пойдут выпады. Вперед. Начали. Сядьте ниже, если можете. Хорошо. Вы должны видеть мысок ноги. Тренируем мышцы ног. Держимся прямо. Вперед. И последний раз. Не качаемся. Выпады назад. Вдох. Дышим вместе. И выдох. Другая нога. Вперед. И все сначала. Штангу на плечи. Приседаем. Не спеша делаем наклоны. И выносим штангу вперед. Работают мышцы рук. Поднимите и задержите. Отлично. К плечам садимся ниже. Прямо. Приготовьтесь, сейчас поднимаем руки. Опускаем ниже, если можете. И снова упражнение на ягодицы. Выпады вперед с правой ноги. Как можно ниже. Встаем прямо, помогая ногой, которая сзади. Продолжаем дышать. И последний раз. И выпад назад. Встаем прямо. Мы же можем повторить все сначала. Приготовились, кладем штангу на плечи. Начинаем. В сторону. Наклон. Встаем прямо. Прорабатываем каждое движение. И вверх. Хорошо. Вниз. Великолепно. Вы гордитесь собой? Снова к плечам. И в другую сторону. Садимся ниже. Наклон. Эти наклоны эффективные упражнения. Вверх. Хорошо. В сторону. И повороты влево. Теперь выпады. Выпад. Вдох. Выдох. Хорошо. Помните, по одному разу в каждую сторону. Хорошо. Если устали, все равно держитесь прямо. Выпад назад. Плавно. Опускаем штангу. Теперь левая нога. Плавные движения. Продолжаем шагать на месте. И я покажу вам еще две комбинации. Держите штангу ладонями вперед. Опустите ее перед собой. Идем вперед. Приставной шаг. И поочередно поднимаем колени. Поднимаем штангу, приставляем ногу. Одно колено вверх, потом другое. И снова на меня. Назад то же самое. И снова на меня. В следующий раз мы добавим несколько выпадов назад. Руки в исходное положение. Делаем шаг и выпад. Шаг и выпад. Смотрим на меня. Делаем круг. В другую сторону. Вы описываете перед собой круг медленно и мягко. Опускаем. И все сначала. Идем на меня и поднимаем штангу. Шагаем, приставляем ногу и назад. Теперь выпады. Выпад. В другую сторону. Не против повторить еще раз. Шагаем вперед. Поднимаем штангу. Шаг. Можете присесть ниже. Хорошенько напрягаем мышцы ног. Теперь выпады. Описываем круг. И я покажу вам еще одну комбинацию. Сейчас пойдут приставные шаги. Опустите штангу. Ладони смотрят вниз. Повторяйте за мной. Делаем двойной приставной шаг и шагаем на месте. И будем снова выполнять круговые движения руками. Готовы? Повторяйте все за мной. Делаем 4 шага, опускаем. И еще раз. В следующий раз добавим небольшой элемент. Подпрыгнули, ногу накрест и вниз. Вы можете видоизменить эту комбинацию по-своему, как вам хочется. Продолжаем. Теперь внимание. Делаем выпады вперед, штангу вперед и обратно. Приседаем и поднимаем плечи. Сели, встали. Садимся ниже. Небольшой круг, но выполняем движение с усилием. Соединяем лопатки. Поворот.
Вы должны видеть мысок ноги. Ваше колено должно принять безопасное положение. Сели, плечи подняли. Делаем круг. И все сначала. Шаг. Колени. Отлично. Дыхание. Выпад. В другую сторону. Двойные приставные шаги. Шаг. Поднимаем и опускаем штангу. Делаем выпад. Выпад. Садимся и плечи вверх. И еще. Круговое движение. Вы молодцы. Продолжаем. Шаг. Прыжок. И выпад. Работаем руками. Отлично. Приседаем и плечи вверх. И последний раз. Хорошо, отлично, молодцы. Теперь положите гантели на пол. Опустите штангу, руки положите на бедра. Дышим глубоко. Вдох. И выдох. Будем выводить ногу вперед и в сторону. И поднимать руки. Начали. В сторону. Еще раз. Глубокий вдох. Теперь приставные шаги и круговые движения плечами. Двойные шаги. Ноги вместе. Руки вверх. Вниз и приседаем. И левая нога вперед, в сторону, тянемся. Каждое движение имеет свое значение. Приставные шаги, двойные шаги, ноги вместе, вверх и вниз. Округляем спину. Правая нога вперед, тянемся. И последний раз. Приставные шаги. Теперь двойные, шаг. Хорошо, вверх. Тянем спину, левая нога и последний раз. Через минуту мы с Мишель снова возьмем свои штанги. А Тия будет выполнять наклоны вперед, сделав глубокое приседание. Итак, возьмем штангу. Поставим ее на один конец и наклон. Вдох. И наклонились. Задержались так. Ноги приставляем ближе. И тянемся к штанге. И если у вас нет штанги, положите руки на бедра. Глубокий вдох и выдох. Медленно выпрямляемся, втягиваем живот, округляя спину. Тянем позвонки. Глубокий вдох, встаем прямо, правую руку в сторону. Заводим ее назад. Смотрим через плечо, левую руку ведем влево. Штангу опускаем влево. Вдох и выдох. Возвращаем штангу в центр и встаем прямо. Вдох и выдох. В другую сторону. Наклоняем штангу вправо. Поворачивается только верхняя часть тела. Колени слегка согнуты. Вдох, прямо. И выдох. Еще раз. Садимся ниже. С помощью штанги тянем верхнюю часть тела. Глубокий вдох. Вам это должно нравиться. Вдох и выдох. Поднимаемся, округляя спину. Теперь растяжка для всего тела. Отведите назад правую ногу. Опустите ее на пятку, чтобы потянуть икру ноги. Поднимаем правую руку. Кончики пальцев между лопатками. Локоть смотрит в потолок, левая рука расслаблена. Вдох. И выдох. Снова вдох. Когда вы выдыхаете, мышцы живота расслабляются. Правую руку вверх и выдох. Опираемся на правую ногу, левую выносим вперед и наклоняемся. Рукой опираемся на правое бедро. Если вы держитесь за штангу, то вы можете лучше потянуть мышцы. Шея и плечи расслаблены. Наклонились вперед. Левое колено расслаблено, мысок на себя. Глубокий вдох и выдох. Приставляем ногу, поднимаемся, округляя спину. Берем в руку правую стопу. Колено смотрит в пол. Расслабьте руку, держитесь за штангу или положите руку на бедро. Если вы не можете удержать равновесие, тогда вам нужно за что-нибудь держаться. Глубокий вдох и выдох.
Немного отведите стопу от себя, отведите назад правое плечо, левое колено слегка согнуто для равновесия. Вдох и выдох. Опустите ногу, сделаем приседание. Теперь отведите бедра вправо. Держите за штангу, а другую руку положите на правое бедро. Глубокий вдох и выдох в исходное положение. Медленно опираясь на штангу и округляя спину, поднимаемся. Поставьте ноги чуть шире плеч и плавно поднимите правую руку. Опускаем назад и ведем ее в центр. То же самое с другой рукой. Вверх, назад и в центр. Вдох. В исходное положение. Вдох. Последний раз. И вперед. Потянемся с другой ноги. Левую ногу отводим назад, пятка опускается. У вас должна получиться прямая линия. Это важно для растяжки икр. Пальцы рук между лопатками. Локоть этой руки смотрит в потолок. Другая рука расслаблена. Расслабляем живот при вдохе. Вдох. И выдох. Снова вдох. И выдох. Левую руку вверх. Ноги вместе. Правую ногу вперед. Наклоняемся. Одной рукой опираемся на бедро. Другой тянемся к штанге. Наклоняемся вперед и тянемся к штанге. Глубокий вдох и выдох. Приставляем ногу и с помощью штанги медленно поднимаемся, округляя спину. Держим левую ступню. Тянем мышцы бедер. Колено опорной ноги согнуто. Если необходимо, держитесь за что-нибудь. Вдох и выдох. Отведите ступню от себя. Отведите назад левое плечо. Вдох и выдох. Сделаем приседание. Отведем бедра влево. Очень хорошо. Тянем мышцу. И в исходное положение. Вдох и выдох. Округляя спину, поднимаемся. Вы отлично потрудились и должны собой очень гордиться. Продолжайте заниматься со мной, и вы узнаете путь к красоте.